Ближний Восток стал еще ближе. Остинское селение Иран – необычная точка соприкосновения, которую Северная Осетия нашла с одноименным государством. Делегация из Ирана побывала в Северной Осетии совсем недавно. Посол ближневосточной страны Мехди Санаи специально посетил село с таким родным и привычным уху названием. Дипломату рассказали об истории остинского Ирана и объяснили, имя селения имеет свою любопытную историю. Какую, расскажет Аслан Бугазов. Из любого населенного пункта Кировского района Северной Осетии до Ирана рукой подать. Речь, конечно же, идет об одноименном селении. Это место в 2 километрах от федеральной трассы. Это место по-осетински Яран. Именно так назвали территорию своего будущего проживания первые поселенцы, когда нашли соответствующее место. Рядом речка и лес. Со временем словосочетание «Яран» стали произносить слитно, и оно стало звучать не иначе, как «Иран». Совпадение с названием государства на юго-западе Азии случайно предупреждают приезжих местные жители. А недавно в маленький населенный пункт проездом по пути в Пятигорск заглянул заинтригованный посол Ирана в России Мехди Санаи. Недавно в нашем селе был посол Ирана. Подъехал к иранскому сельскому, к администрации иранского сельского поселения и сфотографировался вот именно на этой, у этой табличке. Он нам сказал по-осетински он сказал «фарн асран». Слова, сказанные дипломатом на прощание, значат «счастье этому месту». Именно в поисках него в свое время и пришли на эту землю первые переселенцы. Годом основания села Иран принято считать 1927. Первыми на новом месте обосновались 25 семей из села Средний Урух. Одна из самых известных сельчанок Ирина Джибилова тем, кто имеет серьезный интерес к происхождению Ирана, советует обращаться именно к ней. Ирине Сергеевне действительно есть что рассказать. Даже свое имя она получила не просто так. Родители, первые здешние поселенцы, назвали Ириной, что было созвучно с Ираном. Первая невеста была моя мать, когда сюда переселились. Потом родился у Касановых мальчик. И назвали его Иранбек, потому что это село назвали Иран. Харчевали, а потом дома строили. Дома не кирпичные, а это плетен, кауш, из глины, да. И делали дома, и тогда уже село было похоже на село. На плодородной иранской земле выросло уже не одно поколение. Село и сегодня, несмотря на повсеместную урбанизацию, крепко стоит на ногах. А сельчане признаются, делают все, чтобы их дети и внуки остались жить на том самом месте, которое почти 90 лет назад терпеливо и настойчиво обживали первые поселенцы. Для молодежи есть условия для занятий спортом и творчеством, но главное в них воспитывать любовь к национальной культуре, к своим корням и маленькому Тебиф Вести Алания.